Что ж, теперь следующее возражение. Согласно предыдущему, ошибки вызваны человеческой природой. И что это было неизбежно, и нам не следует сильно винить авторов, они старались как могли. И если бы мы были на их месте, мы бы уж, конечно, не смогли это сделать лучше. Но вот согласно следующему возражению, заявляется следующее, что Бог намеренно вдохновил библейских авторов написать то, что он заранее знал, было ошибочно. Но Бог сделал это для высокой цели, поэтому у нас нет причины проявлять недовольство. И хотя все это может казаться очень странным, позвольте мне объяснить. Дэниел Фуллер — это тот человек, который высказал такое возражение. И он говорит о том, что дословная богодухновенность библейских авторов вынудила Бога подстроиться под невежество тех людей, которые будут читать Библию. Если Бог сообщил нам то, что Он хотел бы, чтобы мы знали, на языке и в тех концепциях, как Он все это видит, и Он бы не принимал бы в расчет нашу ограниченность, нашу неспособность все понимать до конца, так как мы ограничены временем, культурой, обществом. Если бы Бог сообщил нам все так, как Он это видит и как Он это знает, мы бы ничего не поняли. Но Бога настолько сильно заботило то, чтобы мы Его услышали, что Он в действительности вдохновил библейских авторов использовать идеи, использовать ту информацию, которая, и Бог это знал, была ошибочной. Но Он в то же время прекрасно понимал, что люди, которые примут это откровение, получат его, обладают мышлением, мировоззрением, которое включает эти идеи. И вот, желая хоть как-то достучаться до этих людей, он решил, ну что ж, хорошо, ну пусть эти идеи ошибочны, но они хоть что-то поймут, что-то услышат. И далее приводится аналогия. Вот, скажем, представьте, что самый видный ученый по астрофизике приехал к нам, чтобы прочитать лекцию по астрофизике. Может, кто-то из вас когда-то вникал в эту научную область, но я думаю, что большинство из нас мало что знают. Во всяком случае, я уж точно. Но вот представьте, что такой ученый приехал к нам. И вот он читает лекцию, используя терминологию, используя концепции, как если бы он выступал на некой научной конференции, на которой присутствовали видные эксперты в этой сфере, то тогда бы они поняли все, что он хотел сказать. Но если бы он нам прочитал такую же лекцию слово в слово, я думаю, большинство бы из нас вообще бы ничего не поняло из того, что он сказал. Ну а теперь давайте допустим, что этот ученый очень хочет, чтобы мы что-то поняли в астрофизике, и поэтому он сознательно решает упростить все то, что он будет говорить, хотя прекрасно понимает, что, делая так, ему придется что-то исказить, передать не надлежащим образом, но хоть что-то до нас дойдет. Но мы при всем этом не будем говорить, что этот ученый лжец. Мы не будем кричать, что он что-то сделал неправильно. Мы будем благодарны ему за то, что он смог упростить все, чтобы мы что-то поняли из его лекции. И подобное у нас должно быть отношение к Богу за то, что Он приспосабливает себя к идеям и представлениям людей, чтобы явить им Писание. Итак, как же нам на это ответить? Прежде всего, как мне кажется, это явно противоречит текстам Писания, где говорится о том, что Бог не может лгать.
И здесь можно привести такие тексты Писания, как Титу 1:2, Евреям 6:18 и книга Чисел 23 глава, стих 19. Во всех этих текстах говорится о том, что Бог не лжец. Но согласно этому возражению, говорится как раз обратное, что Бог может лгать, и более того, Он солгал, пусть и для благородной цели. Но в этих текстах Писания говорится о том, что Бог не лжет, какая бы благородная цель перед Ним ни стояла. Но подумайте еще, что же в этом возражении говорится? Несмотря на то, что Бог всезнающий, Он не знает способа, как донести нам истину в простоте, понятным нам образом. Но насколько это все возможно? Мне это представляется крайне маловероятно. Мы не всезнающие, но когда мы преподаем какие-то уроки нашим детям, мы находим способы преподать им что-то так, чтобы они поняли, не извращая при этом истину. То почему тогда всезнающий Бог не сможет найти способ, чтобы сообщить нам что-то истинное, и в то же время так, чтобы мы это поняли? И вот интересно, что даже Дэвис, о котором мы уже говорили, у которого самого есть вопросы по безошибочности, говорит о том, что возражение Фуллера уместно только в том случае, если у Бога нет ни одного способа безошибочно донести истину. И Дэвис говорит, а это на самом деле очень маловероятно. Что ж, хорошо. Теперь переходим с вами к следующему возражению. И, на мой взгляд, это очень серьезное возражение, и мы как бы немного оставили его напоследок, но бесконечно откладывать мы, конечно, его не можем. Все-таки оно достаточно важное. И также, в чем же суть этого возражения? Безошибочными считаются только подлинники, только оригиналы Писания. И один из тех, кто высказал это возражение, это Дэвид Хаббард. Он одно время был президентом Фуллеровской семинарии. И сейчас, я думаю, он уже у Господа. И вот что Хаббард сказал. «Ни наше поколение, ни какое-либо другое поколение не имело в своих руках подлинников, не имело к ним доступа, не имело тех оригиналов, которые вышли из-под пера земного автора и Бога. Но при этом мы всегда слышим, что безошибочность распространяется только лишь на оригиналы. Она не распространяется на копии, не распространяется на переводы. И он дальше продолжает. Так как все с этим соглашаются, соглашаются с тем, что есть ошибки в копиях, ошибки в переводах, а также все соглашаются с тем, что оригиналов ни у кого нет, то какой тогда смысл вообще заявлять о безошибочности оригиналов? Как можно доказать истинность или ложность такого заявления, так как всеми призвано, что оригиналов больше не существует? И он продолжает, что мы должны понять, насколько глупо мы себя ведем, когда заявляем о безошибочности подлинников, а подлинников не существует. Поэтому следует прекратить все эти разговоры о безошибочности подлинников. А вместо этого нам следует делать нечто иное, а именно говорить об авторитетности того ошибочного текста, который у нас есть. И что же ответить на это? Оспаривая это, я не буду говорить о том, что кто-то недавно открыл или нашел подлинник новозаветного текста. Насколько я знаю,
Никто никогда ничего подобного не заявлял. Что же мы можем сказать? Я думаю, есть достаточно хороший ответ, который можно дать. Я попросил вас прочесть статью как раз по этому вопросу из вашего учебника. И какой же мы должны дать ответ? Есть целая наука, текстология, благодаря которой мы можем иметь очень хорошее представление о том, что было написано в подлинниках. Если рассмотреть все имеющиеся манускрипты, копии с копий, переводы и копии с переводов, если рассмотреть все эти свидетельства, исследовать методом, разработанным текстологической наукой, то мы обнаруживаем, что в Новом Завете очень мало текста, о котором мы не можем с уверенностью сказать, в свете того, что на самом деле было написано в подлиннике. Более того, уже много лет тому назад, когда я сам был студентом семинарии, то нас учили тому, что было известно уже к началу 20 века. И вот что нам говорили. Если выделить все тексты Нового Завета, в которых мы не до конца уверены, и помните, что это было сказано 30-35 лет тому назад, то такого текста у нас наберется пол страницы из 500 страниц текста всего Нового Завета. И ничего из того, что окажется на этой странице, не имеет отношения к доктринальным вопросам. Пол страницы из 500 страниц Нового Завета. Что ж, когда речь заходит о Ветхом Завете, о книгах Ветхого Завета, то у нас не так много манускриптов, не так много свидетельств, как с Новым Заветом. Но это не означает, что у нас ничего нет. У нас много свидетельств. Также мы должны помнить о той тщательности, с которой переписчики Ветхого Завета копировали тексты. Поэтому в какой-то степени мы можем быть уверены, что их копии передавали текст тех документов, которые они переписывали. Конечно, они не были непогрешимы. Конечно, они могли допускать какие-либо ошибки в редких случаях. Но если вы сравните, какие свидетельства есть у нас о текстах Ветхого Завета с теми свидетельствами, которые имеются на сегодняшний день о других книгах того далекого времени, то в случае с Ветхим Заветом дела обстоят намного лучше. А если к этому добавить еще и свидетельства в Новом Завете содержащиеся, то другие древние книги и близко не стоят, такие как, скажем, произведения Гомера, потому что в случае с теми книгами практически никаких манускриптов и не осталось. Но не так много людей ставят под сомнение, действительно ли Гомер написал то или иное слово. А свидетельств и манускриптов Писания несравненно больше. И если применять методологию текстологической науки, то мы можем получить очень хорошее представление о том, что же авторы как в Ветхом, так и в Новом Заветах писали. Так что можно сказать следующее. Так как ваши переводы основываются на лучших текстуальных традициях, и если речь идет об английском переводе, то это действительно достаточно хороший перевод, то я думаю, что у вас есть право взять свою Библию, будь то на кафедре или в другом месте, поднять ее и сказать, «Это есть Слово Божье». И это будет не такое уж и бессмысленное заявление. И говорить о безошибочности подлинников не так уж и безрассудно. Потому что благодаря достижениям текстологии у нас есть очень-очень хорошее представление о том, что было написано в подлинниках.
несмотря на то, что самих подлинников у нас, конечно, нет, так как они не сохранились со временем. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.